А то Семенович, у Семеновича отобрали скакалку. Перед следующей песней. Перед следующей. Дэвид Боуи слил Нейбэй свой зеленый пиджак. Я купил его, не торгуясь, прикинул и понял, здесь что-то не так. Пиджак оказался не очень хорош, ты продал его не просто так. Я смотрел на свое отражение и думал, Вова, какой же ты дурак. И как прежде нравится ей. Мой сосед дядя Митя, большой педант и к тому же остат. Принес 2 литра своего самогона. Я понял, причин отказаться нет. Самогон был неплох, но нас было мало. Митя, я и пара котлет. Древние мои немного ошиблись, они не знали, сегодня закончится свет. Маржика, не покидай меня, мне остаться в разуме несколько дней. Просыпаться, как прежде, рядом с этой женщиной, и как прежде нравится ей. Девушки в купальниках и даже без. Я подумал, фу, блин, что за фигня. Сначала путал Митя, теперь путает вес. Потом я понял, на мне зеленый пиджак. Здесь в Майами он высылает интерес. Наполненный стих пришел мне в голову от великого мастера Козьмы Прудкова. На узкой кровати лежу я один, в соседней палате кричит армянин. Хорошо, но вот дело в том, что у панков тоже бывают лирические настроения. Панковско-лирическое. Железнодорожное. Исполняется дуэтом. Не впервые. Дуэли с кем? Да.
песню? Поется хорошо, не знаю. Но он уже 1001 раз говорит вот эти слова. А я сегодня в очередной раз заставил себя 20 минут посмотреть русское музыкальное телевидение. Очень озадаченный вышел на завтра. Во-первых, кто эти люди, кто их допустил? Хорошо. Вообще в голове непонятно, что грудь. Я сегодня утром проснулся, хожу, напеваю что-то. Че поют такое? Потому до меня доходит, что я хожу целое утро, напеваю. В эту ночь решили собрать. Границу по реке. Че к чему? Зачем в голове вдруг этот файл всплыл? Традиции круче ходят. И тут Бог раздался свечи. Вот уже не вышел срок. Это гибельская наша песня. Наши службы пограничные. Нам проще не нужно. Красавый друг в уроке. До свидания, прощай, до свидания, прощай, пограничный областной. Боже, помнится откуда-то, да? Ладно, я думаю, следующую песню вы тоже помните, где-то мама вам в колыбели точно ее пела некоторым. Эй, наверняка. Здесь мой кто-то.
Настя Кова. Вован, ты рядом живешь? А? Хорошо, женский романс тогда. Давай, мужики, за нас! Пламенную речь перед. Это же великая песня. Я не знаю, что сказать. Да, в свое время в этой песне была такая история, что мы у нас тогда еще в городе Свердловске, я жил, ну, два дома, через меня жили Настя Полева с Егором Белкиным. Мне однажды эта песня пришла, и я схватил гитару, пошел к ним домой. Я говорю: Настя, я песню для тебя написал. Хочу подарить. И сыграл эту песню, на что, значит, такой сидел в трусах, я был Белкин, сказал: говно. Через некоторое время мы спели эту песню вместе все-таки. Белкин стоял за стеклом в студии, тоже все равно так вот прошел. Сейчас, говорят, поют у себя на концерте. Вначале говорили, что сегодня будет много парковой лирики такой, да?
еще одна песня про любовь. По течению дней я еще, по течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она как водоворот, как за годом год. Прудов. Смотрю, идет патриарх. Лично Борис Борисович. Патриарх себе. Никем не замечаемый. Я подхожу и говорю: Борис, куда? Ноги? За вино послали, вино выгодно. Пошли со мной, говорит, я знаю хорошее. Значит, мы идем вместе с ним. Я говорю: так как-то не по фэншую. Вот тебя послали за вином. Он говорит: гонец с хорошей вестью, и мы все рады. Хочу быть гонцом с хорошей вестью. Когда-то давным-давно на словах что-нибудь передать не проще. Типа привет. Да, да. Ну, в общем, песня Борис Борисович, но он нам ее 5 лет назад подарил, сказал, дарил. Он говорит, вы ее вот со своей публикой поете лучше, чем я со своей. Традиционно авторские остались у него. А нам и не жалко. Юстиция. Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь
тех, кто уверен во мне. Мы танцуем на столах, мы субботнюю ночь. Мы старики, мы не можем помочь. Но мы никому не хотим мешать. Дайте еще свернать, и мы учимся прочь. Я люблю себя, а ведра машин. Совсем один, с двумя-тремя друзьями, мирно до самой сети. Если бы вы знали, как мне надоел скандал. Я готов уйти, а кто здесь претендует, а моими не стал. Великих. Дело в том, что за день до моего день рождения еще одного, ну не побоюсь этого слова, прекрасного музыканта, Виктора Цоя. А почему бы нам не спеть? Я думаю, что вот из таких мест очень далеко слышно, очень высоко.
стоит город большой. Там горят фонари, и машины гудят. Thank you.
классиков песню мы не разучили, так что извини. Ты смел? Конечно, бедняга, он сидит, мучается. Мы весь пицун стрясли. Нам сегодня для нас неожиданным сюрпризом было, что приехали, в гримерку зашли наши друзья из украинской группы «Братья Карамазовы». Они здесь сейчас в этом зале. Мы считаем, что... Вот у нас полное ощущение у всех, что пора включать какую-то народную дипломатию. Раз они не могут договориться, мы должны как-то договориться сами. Вот 25 на счете, мы договоримся. Давайте же долго и честно, ребята. Весь Сатрамитаж желаю и вам здоровья, и вашим близким. Читай нам песню, да, верь. А не спеши.